видео ремонта КамАЗа. Коля, можешь эту пластмассовую хуйню пихать туда? Да? А чё? Первый раз такие вижу. Да, сделала такая хуйня. Это? Я сейчас не знал, какой фильтр взять. Заедь Пинников, поедешь когда-то, если все нормально. Фильтр почти сразу воздушный, только на образцом идти. Я не знаю, вот у нас, блин, все время забываю, то ли евро, то ли простой, хуй его знает. Термостаты. Они дыркой так кверху ставятся. Дыркой-то хрен, а да там все равно. Нет. Почему? Одно положение нужно ставить. Думаешь? Вот на этом, да. Тут ни стрелок, ничего не показано. Ни стрелок, ничего не показано. Нет, и нет. В основном думаю. Дыркой кверху, ну ставь кверху тогда. На 87, а у нас это на 80, ну ладно, на 80, вот на 80. Че, он ставь? Давай сверху тогда. Блять, или Шурику позвонить, спросить, как он ставит. Да хуй знает. Сейчас тут тоже не знаю. Термостат это? Там, наверное, прокладка надо еще будет, да, подмазывать, где отошло-то. Внутрь, наверное. Нет, куда их заставлять-то внутрь? Так, внутрь. Не, зачем? Туда, туда, в это. Посадочное. Там посадочные места есть. Хуй не знаю. Вверху, вверху я что-то так. Да. Стрелок никаких ничего не стоит. Мы так на ямтук оставили дырой кверху. Если поставишь, он не будет работать. Да? Почему не будет? А? Почему не будет? Вверху воздух проходит, сверху. А какой воздух ты там? У тебя же все заполнено, система тосолом у тебя. Не знаю, говорю. У тебя же система. Что, можем идти? Что, да? У тебя кибернетика у тебя? Нет. Ни хрен поймешь. Купила. Сейчас посмотрим, сейчас заведем, прогоним, потом если что, так еще добавим. А вот такие бочки-то для здоровья продаются. На евриках-то стоят. А? Надо задать, дорогие. Thank you.
мазок-то быстрее работает, он ее туда. Какой туда? Он туда в нашу.